сьогодні. В нас така мирна акція передачі пану Гройсману листа, щоб оголосити, підтримати лист, який ми направили президенту, оголосити наступний рік роком боротьби з онкологією. Це проблема не тільки суто моя, але я пацієнт, зі мною теж поруч стоїть пацієнтка. Ми виборюємо собі життя, наша виставка, що ви бачите, це тільки фрагмент. Нас 60 жінок, які ми їдемо всіма містами України. Меня зовут Ольга Фещенко, я киевлянка, я онкопациентка с раком молочной железы, живу 5 лет, я представляю благотворительную организацию «Рожевая стричка Украины». Это женщины, которые борются с раком молочной железы, но сейчас у нас присутствуют представительницы разных заболеваний и опухолей, и у нас есть такая передвижная выставка по Украине, называется «Без рожевых окулярів». Поэтому портреты черно-белые, и мы написали 20 октября, в день борьбы с раком молочной железы, мы написали президенту письмо, визнати наступний рік роком боротьби з онкологією. Нам прийшов ответ от апарата президента, что наши документы приняты в кабинет министров, и мы сегодня написали Владимиру Борисовичу Гройсману письмо и передали уже его представителю, чтобы поддержали нас и поддержали господина Порошенко в нашем намерении, потому что это даст нам возможность на уровне государственном обратиться за помощью к международным организациям. Действительно, нам нужны очень много лекарств, потому что мое лечение стоило 500 тысяч гривен, нет альтернативы, потому что очень агрессивная форма. И благодаря этому есть качество жизни, и лечению поддается это все дело. Вот. И то есть главная цель, вы хотите вывести на международный этот вопрос, да, я хочу, на да. государственный, чтобы да. Посодействовали в том, чтобы... Да, чтобы, потому что я говорю, я как эта организация, я являлась представителем, 2 года представителем Министерства охраны здоровья Украины и Департамента охраны города Киева по формированию медицинских лекарственных средств. И, к сожалению, просто в бюджете не хватает денег. У нас 1 миллион. Если даже посчитать, что на 1 миллион надо в год 100 тысяч гривен, просто это не выхватит. Тем более это системное заболевание. Этот человек должен пожизненно уже наблюдаться, проходить дорогостоящие какие-то обследования. Поэтому если бы хотя бы в первой линии или в паллиативном виде уже помогала нам какая-то организация, Красный Крест, я не знаю, международная организация, тем более такая техногенная катастрофа, как Чернобыль, она не прошла бесследно. И нам просто нужна помощь, мы просто умираем, каждый день умираем. И эти женщины, вы посмотрите, какие они красивые, знаете, они есть разных слоев населения, да, из разных социальных слоев, и с разным доходом, и они практически все обращаются за помощью, потому что я потеряла свой маленький бизнес, только потому что мне пришлось все аккумулировать только на лечение, 1,5 года лечения. Но я живу, и я рада, я поддерживаю девочек, и у нас очень большая группа закрытая в Фейсбуке, потому что мы там можем делиться всем, что угодно, это проблема лечения, это проблема диагностики, это очень огромная проблема, она очень большая, и психологическая, и социальная, это просто невероятно, поэтому мне очень хочется, чтобы это все-таки мы были сегодня услышаны.